так красиво сидят голуби. Сходил я бы в парку по-нашему. И ёлки. И, короче, красота невыразимая. Очень красивые березы. И я иду. Руки замерзают. Ой, попал я в сказку такую. Очень-очень красиво. Сходил я так. Вообще красиво. Иду. Вам показываю вот эти красивые места. Наши замечательные. Парк наш. Елочка прям замечательная. Я сфотографировался возле елочки. Я вот, знаете, вот красивая вообще сказка. Очень-очень красивая. Елки такие стоят. И скамейка вот изо льда. Правда, белок не было, но где-то, может быть, они спрятались, я не знаю. А небо прям замечательное. Красненький, закат такой, люди ходят, улыбаются, и рябинка такая вот растет, очень замечательно. Короче, я даже стоял вот так, фотографировался, и елка такая вот попалась, такая красивая, вся в снегу, вся красивая снегу. И всем говорят. То есть, хотя они, как говорится, не говорят ничего такого, но все равно, а елка просто замечательная. Была там. И, короче, пряники классные. Всем спасибо.